Друзья, всем привет! Сегодня на канале у нас кое-что новенькое. Это конкурент Траксосу TRX-4 и более бюджетный РГТ, что там, 86-190, крузак который. Значит, что у нас тут такое? У нас здесь с вами кит-версия от компании CrossRC. Это полный привод, две ступени, блокировка мостов переднего и заднего и сами мосты портальные. Вот. Модели от компании CrossRC у меня были уже и есть. Вот. Но в основном это у меня грузовики. В принципе, фирма мне нравится. И, значит, самое главное из этого всего, то, что это по цене примерно как РГТ, но посмотрим, как по качеству. Не знаю, что лучше. Вот, РГТ-шка у меня тоже есть, мы с ней обязательно сравним. Вот, ну, что мы разговариваем? Давайте посмотрим, что внутри. Самое изначально скажу, что это все дело придется собирать. Изначально появилась версия вот эта Chevrolet. Она мне очень понравилась. Но потом появился вот этот. Видите, они не запариваются с коробками. Этикеточку сюда прилепили. Вот, пикапчик. И он очень прям похож на, так сказать, всем известный, ну, может быть, не всем, вот сейчас, который появился у нас, Havel, вот, бренд такой китайский. И прям морда мне прям его понравилась, и захотелось чего-то такой более злой пикапчик. В общем, давайте посмотрим, оп, что мы имеем. Мы с вами имеем металлическую раму, двухступенчатую коробку с передним расположением мотора. Мотор 35 витков, кстати, они на всех практически моделях такой стоит. Вот. Фендеры, резина мягкая, ну сейчас будем еще все разбирать. Вот, порталы, металлические шестерни, все на подшипниках везде. Вот, металлические амортизаторы. Ну, в общем, в принципе, обалденный наборчик. Обалденный кит-наборчик. Давайте смотреть. Та-да-дам. Так, из еще одного допа. Тут у меня бонусом защита коробки переднего моста. И где-то еще что-то было. Вот. А, раздатка передняя. Ну, в общем, вот такой наборчик. Это подарок. Дальше. Инструкция. Маски. Сейчас мы с вами бегло посмотрим. А потом будет уже у нас с вами цикл серий по сборочке. Так, смотрим. Фары передние. Видите, задел под свет. Свет тоже сразу в комплекте из коробки. Все собираем, все ставим. Далее. Это что тут? С сервами, наконечники, натяги. Дальше. Задняя и передняя площадка под бампера. Пороги. Стоечки для кузова. Но я думаю, что мы, может быть, с вами придумаем на этих, на каких-нибудь липучках. Диски. Диски пластиковые. Кстати, вот во всех моделях, которые у меня были CrossRC, там были железные диски. Но тут пластиковые, в принципе, симпатичные. Вот. Не понравится — заменим. Стойки, гляньте, мощно как выполненные. Не просто, а такие залитые пластиком. И много-много отверстий. Далее, еще. А, вот, под разные, видите, кузова. Высокие стойки, маленькие стойки. В общем, набор. И, значит, самое интересное — это корочка. О, вот, смотрите, какой. Сейчас, конечно, не видно.
злой пикапчик. Морда вырезана, бампера еще нету. Тут надо будет все арки, все-все-все прорезать. База 313-я. А у РХТ-шки, конечно, побольше немножко. Там 324-я. Но все равно сравним. Вот. Тут база точно такая же, как на любом TRX 4. Не на любом, а как на TRX 4. Там на Блейзере, на Бронко, на Спорте. Так, смотрим. Бампера, решетки хромированные. На картинке там, кстати, указано, что они черные. Хром. Гляньте, прям четко смотрится. Злая морда такая будет. Вот. Фаркопчик можно поставить. Далее, что у нас с вами? Вот он, весь свет. Кстати, если вы смотрели, я купил корку, тоже от CrossRC. Чисто корку. Вот, зеленую такую. И там тоже вот задел под цвет, тоже все есть. Прям такие платочки. Вот CrossRC мне нравится. Прям плату прикрутил, воткнул и все. Так, тут немножко ножка погнулась. Но я думаю, не критично. Так, смотрим дальше. Фендеры, локеры, кто их как называет. Мотор с коробкой. Прикручена, кстати, коробка. Это, с одной стороны, хорошо, не столько много заморачиваться. Дальше. Карданы. О, какие толстые. Мы что-нибудь другое поставим, наверное, типа джунфаков. А то очень здоровые. О. Дворники, зеркала. Амортизаторы полностью алюминиевые. Ну, прям весомый мешок. Тяги все, металл. Так. В общем, тут есть чем позаниматься. Дальше. Так. Смазочка. Грейс. Смазка. И мосты. Сейчас достану их поближе. Рама. CrossRC, в принципе. Легкая. Ну, обычная. Ничего выдающегося. Сейчас у нас сегодня с вами беглый обзор, распаковка, так сказать, чтобы понять ожидания. Так, ну вот он тросик, в принципе, мостики, мосты интересные. Потом мы в следующей серии еще с вами их померяем по ширине, как они. Вот. ГПшка не шевелится, люфтов нет. Крутится все тихо. Надо будет посмотреть, смазано или нет. Ну, в общем, вот так. Один тросик, видите, покороче задний. Передний подлинней. Хексики также идут в комплекте. Сейчас, кстати, посмотрим. У меня с чем-то были металлические, а с чем-то пластиковые. Так, тут тоненький и металл. Так, ну и резина. Про резину я уже на многих каналах слышал. То, что это самое... Едущая ихняя резина. Типа очень мягкая, крутая. Сейчас я достану. Вот, достал. Ну да, реально. Резина просто мягенькая, классная. Прям четенько все сделано. CrossRC. Так, 120 миллиметров она. Широкенькая. Вот. Прям шик-шик. Все-таки, наверное, сюда надо будет поставить не пластиковые дисочки, а, наверное, мы с вами все алюминиевые поставим, чтобы центр тяжести с порталами был пониже. Ну-ка. Ну, ничего, так можно копийные болтики сюда еще поставить. Но сюда бы диски или хром, потому что морда прям вся хромированная. Вот, больше пойдут. Ну, в общем, есть, так сказать, идеи для размышления. Ну все, вот смотрите, беглый обзорчик такой. Сейчас мы с вами прикроем. В общем, подытожим. Новый аппарат, новый соперник. Соберем, посмотрим, как ездит. Расскажу вам свое мнение, затестим. Покатаемся и с Траксусами, покатаемся и с РХТ-шкой, ну, со всеми, грубо говоря, порталами. Вот. Еще очень хвалят Red Cat, тоже на порталах который. Вот. Типа и цена тоже недорогая, вот, и, в принципе, тоже проходимый, хороший. Ну, мы будем сравнивать с тем, что у нас есть.
Вот. Почему не взял Шевролешку? Вот, как бы мне она нравится. У меня была ватеровская такая. Ну, красивый кузов, все нравится. Тут на ней не очень копийные задние фары. Ну, вообще просто. Поэтому я сразу прям больше к пикапчику склонился. Ну и пикапчик вроде как бы центр тяжести, может быть, будет пониже, не будет этих надстроек. Мы с вами сюда типа фары такие сделаем, распечатаем наверх люстру. Ну, сделаем его такой более агрессивным, злым. Вот, колеса мягкие, хорошие. Вот, на них покатаем, может, потом что-то другое поставим. Не знаю. Как говорится, время покажет. По поводу цвета. Я прям сразу, как говорится, когда смотрел, вот, есть у них в РТРах красный, синий, вот. И не помню, по-моему, или другая модель, что ли, еще в каком цвете была. Но в основном красный и синий. И я вот думаю, красный вроде симпатично смотрится. С хромом тоже солидно. Видосы всякие посмотрел. Вот. А у меня есть еще краска баллон. Я в свое время покупал. Он, знаете, такой синий с фиолетовым отливом. Вот я думаю, может быть, им покрашу. Ну, ладно. Не знаю. Подумаю. Порешаем. Вот мне еще человек красил этого волка, если вы помните. Может быть, рисунок какой сюда нанести, типа горы, какие-нибудь леса. Было бы тоже четко. Ну, не знаю, как говорится, время покажет. В общем, на сегодня это все. Ждем с вами вот такого бойца. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.